Приветствую всех! С вами я, Татьяна Кощеева, и сегодня я покажу вам моих малышей. Малышей не по возрасту, а по размеру. В основном это Сансевьеры Ханечки, но не только. Так, название я все на память правильно не могу воспроизвести, поэтому буду просто подписывать. Так что читайте внимательно титры. Итак, начнем. Это моя самая первая, любимая, плодовитая, красивая Хани Голд. Вот она какая. Красота моя неписанная. Вот посмотрите, это я в парочку к среднерослой Сансевьере Уитни приобрела. Полосочки у них одинаковые, а размер разный. Вот такая она у меня. А вот это Хани Крео. С такими белыми кремовыми полосочками. А вот тут рядом с ней похожие полосочки, но строение куста, вот видите, это какая-то пагода. Название точно не знаю, потому что покупали мы это все в магазинах не специализированных, и там не особо любят правильное название подписывать. Если знаете, это и к этому растению, и к остальным, ко всем, можете подсказывать в комментариях. Так, что у нас еще? Ой, вот эта милота, она у меня, ой, уже года два, наверное, сидела. Причем вот эта мама, малышка, а вот эта доченька. Ну, посмотрите, какие краешки. Не зря у нее в названии роза. И посмотрите, что дочь решила. Дочь решила осчастливить маму внучонком или внученькой. Скоро у нас будет еще одна деточка. Так, вот тут у меня две темно-зеленые сансочки. По росту одинаковые, по цвету. Вот не знаю, просто они росли в разных условиях. Я одну, так, вот эту вот я привезла от Катерины, она у нее в квартире жила, ну, давно уже, месяца три как. А вот эта росла у меня, по цвету они разные, и немножко кусты отличаются. Мой более плоский, Катеринин больше вверх тянется. По размеру, конечно, они обе небольшие, но подозреваю, что это разные сорта, и как мне их различать? Один точно. Вот это я покупала. Как Black Dragon. А это тогда кто? Тоже Black. Ну, это разводы от обработки. Не обращайте внимания. Ага, вот у меня две кудряшки есть. Вот эту я здесь, в городе покупала. Она еще маленькая, не деткуется. Только наращивает красоту свою. А вот эту по закупочкам урвала, она уже взрослым кустиком была. И посмотрите, что у нас есть. Ой, чтобы не поломать. Похвастаться-то надо. Это все транспортировочные вот такие вот у нас рамки. Вот, посмотрите, деточка есть. И не первая. У нее уже было 4 ребенка. Вот такая вот она. Ой, плодовитая мамочка оказалась. Вот что значит покупать взрослый кустик. Так, что я вам показала? Вроде бы все. Ага, вот. Две новиночки. Давайте сначала вот с этой. Это у нас... Сейчас мы посмотрим. Я даже их еще не пересаживала. Сильвер Хани. Так, запоминаем. Вот это у нас Сильвер. У нее такая вот обводочка серебряная на листе. И... рисунок поперечный. А вот это Тайгер Стар. У нее обводка темная. И вот эта вот желтая полоса посередине. То есть они, конечно, отличаются. Хотя рисунок немного похож. Так, сейчас мы рядышком поставим. И похожи, и не похожи. Да? Тут вот так, а тут вот эдак. Но все равно хорошенькие. Ой, тут у меня еще какие-то вот
Ой, варегатности проскальзывают. У Хани Сильвер. Ладно, и вот еще из новеньких. Вот это. Хани Даймонд. Вот такая вся покоцанная. Ну, ничего, мы вылечимся. Серебристые такие вот размытые полосы мне очень нравятся. Посмотрите, как красиво смотрится. Угу, чем-то сочетается вот так прикольно, да? Вот эти два сорта. Так, вот похвасталась я вам своими маленькими сансевьерками. Будем размножаться, будем расти, но не ввысь, а вширь. И красота будет неписанная. Так, ну, наверное, в следующих уже видео я расскажу и о других своих сансевьерах. Ну, сразу оговорюсь, я не коллекционирую их. Я просто собираю те, что мне нравятся. И специально не размножаю. А когда просто деточки уже вылезают из границ горшочка, приходится их отсаживать и предлагать кому-нибудь на продажу. Ссылочки на мой сайт и группы ВКонтакте я оставлю в описании к этому видео. Так что заходите, связывайтесь со мной, если что-то есть интересное вам.